Примерно часов 25 остается до старта гонки чемпионов в Москве, а мы находимся в Тюмени вместе с Светланой Слепцовой, которая сегодня выиграла серебряные медали в составе своей югорской команды в эстафете. По-моему, уже пора дома спать, а ты еще выступаешь и выигрываешь награды. Вот они, посмотри. Ну, так как по-другому? По-другому быть не может. Я приехала сюда бороться. Конечно, тяжело, но ничего не поделаешь. Думаю, завтра будет легче. Ну, а как будет легче? Посмотри, потому что состав будет совсем другой. Приедут уже чемпионки мира. Будут с тобой соревноваться те люди, которые захотят выиграть у Светы Слепцовой? Ну, вы знаете, они тоже не железные. Они тоже устали. И думаю, что мы будем здесь уже участвовать на равных. Ну, и там совсем будет по-другому будет все. Вернемся все-таки к эстафетной гонке. Светлана Слепцова, белые комбинезоны, вот эта роскошная надпись на пятой точке «Секси», которая радует меня как комментатора, и миллионы телезрителей потом не могут уснуть, на них обижаются жены. Зачем тебе это нужно, Света? Ну, я это уже давно написала, и мне теперь нужно держать эту марку. По-другому никак. Ну, просто написала, не знаю. Ну, а можно написать там «Хоккейная команда Югра, чемпион», «Спартак Москва» можно написать, или «Португальский Порту», Света. Ну, наверное, это будет неинтересно, согласись. Это же не скромно. Ну, а я, в принципе, не скромная девушка так-то. Хорошо, занавес сезона. Мне кажется, что тебя сейчас отпустило. Вот сейчас мы видим человека, который может выигрывать. Как сделать так, чтобы вот это состояние такой хорошей влюбленности в биатлон было и перед чемпионатом мира в Рупотинке, перед Олимпийскими играми в Сочи? Я постараюсь это состояние удержать, как бы это мне было тяжело, и подходить к каждому старту и делать свою работу с удовольствием. А почему сейчас вот этот сборновский комбинезон, а где же «Секси»? Да покажем сейчас, покажем вот так. Спасибо, нескромная Света Слепцова. Где белый комбинезон? Уже сняла. Почему? Ну я же нескромная. Нескромная Светлана Слепцова. Увидимся в Олимпийском.